чемпион мира по версиям WBA Super, IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин посетил своего парикмахера Фернса Барбершопа в Лос-Анджелесе, сообщает корреспондент Вести.кз. Мастер подстриг своего постоянного клиента и опубликовал фотографию на собственной странице в Instagram. Со своей стороны Головкин подарил парикмахеру несколько сувенирных кепок, а также кроссовки со своим автографом. Позднее Фернс на своей странице в Instagram опубликовал интересный факт из карьеры Головкина. А вы знали, что за свою любительскую и профессиональную карьеру Трипл Джи ни разу не касался канваса? Даже на тренировках в Нью-Йорке Головкин в рамках медиатура по раскрутке своего следующего боя вместе с американцем Даниэлем Джейкобсом стали почетными гостями на игре между Нью-Йорк Никс и Нью-Орлеан Пеликанс, который прошел утром 10 января на арене Madison Square Garden. Перед матчем Трипл Джи обменялся сувенирами с латышским баскетболистом Никс Кристапсом Порзингисом.